Прямиком из Уфы воспитанники студии творческого развития «Оперение» преодолели больше 1000 километров, чтобы подарить ивановскому зрителю замечательную театральную постановку. В филармонии ребята представили спектакль «Мой брат». Его посмотрели школьники со всей области, причем совершенно бесплатно. Задумка основная в том, что у всех детей должна быть семья. И семья – это не только присутствие родителей в семье, семья – это прежде всего любовь. Вообще, вот это вот месседж, вот этот месседж, что должна быть семья, где есть любовь, вне зависимости, один родитель или два родителя. На сцене выступали совсем молодые актеры. Главные действующие лица – два брата и их мама. Лицо каждого персонажа скрыто маской. Один из братьев улыбается, другой – в задумчивости. Озорные ребята устроили небольшой интерактив, приглашали на сцену зрителей и вовлекали их в творческий процесс. Спектакль замечательнейший. Сложно очень поверить, на самом деле, что играют дети. Они в масках, и такое ощущение, что это абсолютно взрослые, профессиональные артисты. Работа над спектаклем шла около года. По всей России таких театральных студий 11. Одна из них находится в нашем городе. Уфимская ивановская интеграция началась в этом году, что позволяет начинающим ивановским лицедеям открывать новые творческие горизонты. У нас как раз есть возможность у них поучиться, потому что вот у нас прошло 2 дня мастер-классов, 27-28 числа. Это удивительная творческая атмосфера, которая царила в студии. Дети буквально за 2 дня научились делать какие-то новые вещи, у них появились, родились этюды, которые вполне возможно могут стать частью какого-то нового спектакля. Маленькие ивановские артисты планируют ответный визит в ноябре. Театралы из Башкортостана пригласили коллег на 7-летний день рождения студии. Куратор Ивановской рассчитывает, что плодотворное сотрудничество позволит нашим актерам в конце года представить несколько оригинальных спектаклей. И нам очень важно, чтобы состоялась встреча актера и зрителя. Чтобы ребенок-актер встретился и увидел, вернее, его работа была оценена его сверстниками, зрителями. Итогом сегодняшнего спектакля, по мнению авторов, должны стать размышления у юного поколения на тему семьи. Артисты уверены, что достигнут поставленной цели. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.